служу Отечеству и русской словесности, а для вас всех просто несколько слов буквально. Это дар небес быть в строю поколений, закалявших отчизны булат и в сияние великих свершений, и в затмение безмерных утрат. Мы не требуем счастья другого, и не надо нам клятвы сильней, чем товарищам данное слово, чем ладонь настоящих друзей. Спасибо. Решением наградной комиссии Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков памятной медалью Грибоедов награжден Казимиров Владимир Николаевич. Еще раз поздравляю вас с праздником. Всего доброго. Новых творческих успехов. Дорогие друзья, сегодня мы собрались на этот вечер с тем, чтобы еще отметить одно наше действие нашей организации. Мы издали этот аудиоблог об этом, о создании аудиоальбома поэта-дипломата 18-21 века. Я бы хотел попросить Владимира Николаевича Казимирова. Вместе. Позвольте сначала от имени нашего Совета ветеранов присоединиться к тем поздравлениям, которые только что высказали мои товарищи в связи с приближающейся датой нашего профессионального праздника Дня дипломатического работника. Это первое. Второе. Я опережу обозначенную тему. Сначала небольшим отступлением по другому вопросу. Сейчас в коллективе нашего министерства и в подведомственных учреждениях проходит добровольный, исключительно добровольный сбор средств на то, чтобы установить на Кузнецком мосту, там, где когда-то в довоенные годы, до 50-х годов практически, находился Народный комиссариат иностранных дел, ну а позднее Министерство иностранных дел СССР. Дело в том, что 5 июля 1941 года, буквально на следующий день после соответствующего решения тогдашнего Политбюро ЦК КПСС, записались более 100 человек, 162 по одной версии, 173 по другой версии, ну, видимо, там с какой-то добавкой потом это произошло, сотрудниками тогдашнего наркомата иностранных дел записались в народное ополчение. Большинство из них осталось на Смоленщине, когда уже в июле, в том же месяце, они были переброшены на Смоленщину для того, чтобы преградить дорогу одному немецкому десанту. Мы помним этих людей, помним эту дату и хотим сделать все возможное для того, чтобы 5 июля этого года, 2013 года, в прошлом году мы отмечали 70 лет этому событию, но хотим вот через год установить там мемориальную доску. Согласовано со всеми инстанциями, мы уже представили, наше министерство представило соответствующие документы в мэрию Москвы. Дорабатывается сам эскиз, творческий, так сказать, макет, что ли, этой доски. Если кто-то из сотрудников министерства, я сейчас только к ним обращаюсь, сотрудникам или, может быть, ветеранам министерства, сочтет возможным внести хоть малую толику денежных средств в установку этой доски, мы будем чрезвычайно
признательны за это. Сразу к этому же сюжету я подключаю, подкрепляю и то, что мне предложил Владимир Иванович Масолов сказать о изданной недавно блоке из двух дисков. Не удивляйтесь, я сразу должен вас просить извинения за то, что по выходе из этого зала вы увидите там небольшое количество, мы готовы продать. Извините, что только продаем. Как раз вот для этих средств, для этих нужд нам и нужны эти средства. Обычно все-таки во время презентации бесплатно раздают, так сказать, там, изданную книгу или в данном случае вот диск, который издан. А сейчас издано, так сказать, впервые в нашей практике, по крайней мере, это мы как бы считаем поиском, считаем таким экспериментом, что ли, так сказать, насколько это получится, насколько это пойдет. Издан альбом из двух дисков. Вот досада, мы не догадались принести и сразу развернуть сразу всему залу, чтобы было видно. Там, значит, один диск, это классики, как бы. Это 18-й, 19-й век. Это те люди, которые были на дипломатической службе России, но, как говорится, несмотря или благодаря этому, нет, пожалуй, слово «благодаря» не подойдет, несмотря даже на это, так сказать, на тягости этой службы, определенной тягости, они вошли в историю русской литературы, русской поэзии. Валерий Николаевич Ганичев уже называл целую серию имен, можно было бы еще только добавить там и Батюшкова, и Алексея Константиновича Толстого, и Полонского, кажется, ты назвал, ну, еще несколько имен. Понимаете, феномен такой существует только в российской, в нынешней нашей отечественной дипломатической службе. В других странах есть единичные случаи, но они единичные действительно, а у нас таки прямо целая такая серия совпадений. Эти люди были на дипслужбе, ну, конечно, 18-19 век, естественно, дворяне, а кто еще мог быть на дипломатической службе, знал иностранные языки и так далее. А вот на Руси так повелось, что, так сказать, целая цепочка, так сказать, достаточно, ну, о Большой Троице уже говорилось, и Грибоедов, и Пушкин, и Тютчев. Но вот этот феномен, так сказать, обратил на себя внимание. Мы пришли потом к такому заключению, так сказать, вроде бы никто не в состоянии пока что это опровергнуть. Строительный материал тот же самый, что у дипломатов слово, ну, конечно, сначала мысль, а потом слово, выражение этой мысли. И у писателей, поэтов тоже работа над словом. У поэтов особенно, потому что надо сказать это кратко, емко, так сказать, очень сжатый, так сказать, текст, так сказать, легче как бы немножко драматургам или прозаикам, у тех, так сказать, широкие полотна. А у поэтов, так сказать, сгусток должен быть мысли, сгусток ощущений, чувств и так далее. Вот, так сказать, это первое, так сказать, первый диск. Это классика, так сказать, 18-19 век. Ну, уже говорилось, что стихи эти прочитаны заслуженным артистом России Дунаевым Григорием Александровичем. А второй диск – это вот наши современники. Ну, я так немножко для, так сказать, издевательства над самими собой говорю, это те, кто выдает себя, так сказать, за поэтов, наши вот современники, нынешние сотрудники или ветераны нашего, так сказать, министерства. Это вот второй диск. Ну, посмотрим, как это, подойдет ли это, понравится. Цена вам точно не понравится, потому что мы написали 400 рублей, так сказать, так. Эти два диска вместе взятых, так сказать, с такой, ну, в обложку такой, так сказать, изящно сделанной, так сказать, так. Так что, вот, я совсем не о поэзии, как бы, а о прозе дела, о том, почему так важно нам, так сказать, сейчас собрать какие-то средства для того, чтобы установить вот ту доску. Министр и руководство министерства в целом очень активно поддерживает нас. Это наша была инициатива, инициатива общественных организаций министерства. Но надо, так сказать, довести дело до конца, реализовать. А это стоит, так сказать, немалых рублей. Спасибо огромное.